Работа департамента городского хозяйства – одна из самых заметных в городе, поэтому перемены в отрасли незамеченными не остаются. Решенными специалисты называют вопросы переселения из ветхого аварийного жилья, обращения с твердыми коммунальными отходами, ремонта многоквартирных домов, в том числе замены лифтов. Сочи развивается, а потому принимает новые вызовы. Специалистам приходится решать новые задачи. Это и замена водопроводных сетей, теплотрасс, реконструкция котельных по новым системам отопления. Меняется и система уборки бытового мусора. Причина – борьба с неучтенными отходами. Жители города уже видят, что мы проводим титаническую работу по изменению дислокации контейнерных площадок, убирая их из публичного доступа для того, чтобы уменьшить субсидирование спецавтохозяйства. Иначе мы тратим огромные деньги на вывоз бросового мусора, который никем не оплачивается. Такого у нас около 50%. И в этом вопросе муниципалитет готов оказать помощь управляющим компаниям. Такая форма работы сократит и массу неплательщиков, уверены власти. К слову, за последние 2,5 месяца спецавтохозяйство заключило 120 договоров с юридическими лицами на почти 10 миллионов рублей.